Здравствуйте, меня зовут Ремезова Дарья, мне 16 лет, я учусь в школе с эстетическим уклоном под номером 27. С малого возраста я профессионально занимаюсь шитьем вручную. Также занимаюсь театральным искусством и, конечно, стараюсь развиваться во многих сферах деятельности. Увлекаюсь психологией в сфере общественных отношений. Я решила поучаствовать в конкурсе «Мисс Тверь 2016» для того, чтобы стать более уверенным в себе человеком и, конечно же, для своего саморазвития.